Всем привет! Я еду из Пушкина, уже подхожу домой. В общем, сдала я теорию и площадку. А в городе забыла включить правый поворотник, когда остановилась. Поэтому город мне придется сдавать еще раз. Вот, ну, в принципе, я этому рада. На обратном пути я пообщалась с очень милыми, но весьма вонючими людьми. Вот, еще с проповедником, который сам 8 раз родил детей, которому к тому же являлся Бог. В общем, электрички — это просто чудо. Я так счастлива, что я добралась до дома. А потом еще в метро, и там еще со мной кто-то пытался познакомиться. В общем, а муж еще мне пишет, прикалывается: ну ты же хотел с людьми пообщаться, вот тебе, пожалуйста, общайся. В общем, я бегу, сейчас будем собираться и выезжать. Варя. Варя, возьмите Василюшу. Дайди ко мне. Конечно, еще мне захочется спеть. Незнакомый, добрый вечер, все в дороге, кто и дома, добрый вечер, зовем возраст другого, добрый вечер, пусть останется тепло от нашей встречи. Вот она вот сидит. Что-то очень большая. А я себя буду, вот я. Мы их попросим у бабушки забрать. Вот, с мечом. А Тёма как охранник стоит. Вот он так сегодня выглядит с вами. Да. Мама, жареные сечки, были дальше, нету ни копейки. Забегай, быстрее! Вы не боитесь? Все славится, давай, быстрее! Я боюсь. Днем, быстрее, задувай, тогда славится кто-нибудь!
поделись и на жилетки. Да, я тебе что-то не взяла ничего тепленького. Сейчас поедем в Малино с ребятами. Ох, какие у нас классные дороги. Нет. Аришка. Моего папу встречать пойдем? Пойдем. Во сколько у тебя папа приедет? Да он часов в 10 приедет. Расскажи свои впечатления насчет рынка. Я в шоке. Во-первых, меня ободрали как липку. Ренату, меня косаря просто нету. Я купили кинзы, пучок. Качан капусты стоит сколько? 73 рубля. Качан капусты. Небольшой. Да. Но самое главное, что огурцы. Я взяла полкило, Регина килограмм, а сумма одна и та же получилась. Как бы вот как 55-55. И на меня еще очередь возмущалась, почему я с ними ругаюсь. Та-дам. Мы ходили в лес по эти, господи, подснежники. Ландыши уже такие, прям распустившиеся все. Сейчас пойдем к Аришке. Да, Василюнь? Да. Ну, сейчас покушаем, пойдем. Ага. Василюнька! Целуй коку. Целуй коку. Что такое кострище-то? Так вышло. А где это, как его? Что ты? Ты уже еще снимаешь? Ага. Ренат, я хочу переодеть кеды. Привет! Селез, ты сегодня с мамой слезешь? В коки пойдешь? Видео снимаешь? Ага. Вот у нас трудяга Рустам. Видела, он покоромся ногу сегодня. А, я еще хотела спросить, думаю, что это Ренат такое. Бабуль! Бабуль! Всем вот песня нравится почему-то, да? Да. Макс, она бесит. Сейчас надо проигрыш когда будет. Ой, господи, что творится-то, а? Ой, что творится-то? Если Арина будет. Давай. От мангала, отойдите от мангала. Вот здесь танцуйте. Посмотрите на эту рыбачеллу. Рыбчину. Василис, тебе вкусно? Кока мариновала. Прям лимон чувствуется, это вот очень здорово. Согласен. Вкусно? Вот соевым, да, вообще круто получилось. Причем соевым не чувствуется, именно вот соль, да, и вот этот лимончик. Я практически не соль, даже вообще, по-моему, не соль. Так, все, не раскрывай наш секрет, пускай спрашивают. А с чем крем-то? Вообще даже не дело. Алюс. Встретились. Ага. Куда мы идем? Папа встречать. Папа встречать. Открываю. Сейчас. Короче, я так переживала, что вы уйдете. Она сейчас, ну, давно не виделись. По барабану. Да, это ж Кока. Все равно сей узнает меня вообще на всех фоточках. На, Сай, на. Вон, клубничку несет Эля. Клубничку будешь? Ням-ням. Давайте, девочки, садитесь. Ага, Варька решила. Доброе утро. Девчонки! Неужели ты красишься вместе с этими спинами? Доброе утро. Яишенку будете? Да! Намек никакой. Мы пришли в лес. Думали, грибы, может, пошли, но нет. Ой. Сейчас вдруг хлоп.
Мужу сейчас переслал парень. Тоже где-то недалеко у него от нас дача. Под березой их нашел. Так красиво. Правда, такая трава вымахала из-за дождей по пояс. Топаем, как всегда, вечером гуляем. Самолеты у нас разлетались, прям через каждую минуту летают так низко. Да. Самолет там, да? Самолет, скоро тоже полетим. Ну, не скоро. Сумасшедшие люди! Ты чё, Вайк? Ты что? Сейчас бы нырнуло бы. На улице туча, холод, Василис. И тебя туда. Я боюсь, ты нырнешь. Варя, не надо, не брызгайся. Дедушка сейчас заморозится. Тём, сопли вообще, Василис. Паша! Ну что ты, воробушек мой? Это в Турции или на Кипре. Всем привет! Что, зайка, в Москву скоро? Грязную, вонючую. А? Нет? У нас так тепло, так хорошо. Василис спит с папой. Мы ходили к ребятам. Мы приехали в Москву, я опять дорвалась до солнца, вся сгорела. Спина вообще, и на попе не могу сидеть. Вот, ну это все пустяки. Я надеюсь, что все это пройдет. Всем пока-пока, до новых встреч!